Оповещение населения – одна из функций сотрудников правоохранительных органов в рамках намеченных мероприятий, созданного в Старомосколе оперативного штаба. Горожанам рекомендуют без лишней надобности не стоит покидать свое жилище по возможности. Однако даже те, кому медработники рекомендовали оставаться на так называемой самоизоляции, нарушают режим. Мы осуществляем проверку лиц, которые находятся под самоизоляцией. Их на данный момент 147 находится под самоизоляцией. Значит, выявляем нарушения со стороны данных лиц. На данный момент 12 граждан допустили нарушение данного ограничения самоизоляции, и по окончанию режима самоизоляции будут привлечены к административной ответственности. Но уже есть привлеченные лица, которых уже самоизоляция закончилась, составлены протоколы, материалы направлены в суд для рассмотрения. То есть самоизоляцию соблюдаете, никуда не покидаете, родственники только предоставляют вам... Жена. Регулярный обход и проверка самоизолированных проводится в маски-перчатках. Сотрудники полиции напоминают, что стоит соблюдать правила безопасности и не рисковать в первую очередь чужими жизнями. Проводится работа и с организациями, которым предписано приостановить деятельность. И тут тоже есть нарушения. По соблюдению указа президента и постановления губернатора Белгородской области сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими, так скажем, заинтересованными субъектами выявлено 45 правонарушений в этой сфере. Значит, 37 материалов было направлено в Роспотребнадзор, где составлены протоколы и принято решение соответствующее. И сотрудниками УВД составлено 8 материалов, тоже решение принято. На сегодня в городе ситуация под контролем, но не стоит расслабляться. Требуется личная ответственность и дисциплина, которая поможет решить проблему значительно быстрее и эффективнее.